Всем привет! Вы на канале 3-2-Play, с вами я, Алексей. И я, Кристина. И сегодня мы подготовили для вас такой небольшой подкаст, он же лукбук, он же... Неудачная машинима. Машинима. Первый раз. Первая машинима, которую пытались сделать по одному из наших любимых фильмов «Грязные танцы». Да, фильм 87-го года, ребята, старый, но кто не смотрел, просто... Отложите все свои суперсовременные неинтересные сериалы, идите смотреть, потому что это топ. Это да. Супермотивационный фильм. На Netflix такого не показывают. Старенький, добрый, и настолько он реально. Он этим фильмом можно сдвинуть горы. Да, еще, девочки, там Патрик Суэйзи без майки. Патрик Суэйзи без майки. Вы что? Сейчас многие девочки же не знают, такой Патрик Суэйзи. Вот они когда посмотрите, и после этого не хотите смотреть современный сериал вообще. На самом деле... Дженнифер Грей. Ну, да, Дженнифер. Да. Фильм «История о том, как девчонка, которая совершенно не умела танцевать, там, ввиду обстоятельств, научилась суперски танцевать, бальные танцы, ну, в частности, мамбу они танцевали весь фильм, и склеила просто шикарнейшего мужчину». Причем она девочка, а он мужчина. Чувствуете разницу, да? И она была из богатой семьи, а он был такой просто парень со двора. Как латыш. Блин, это было классно. С чистой душой. Вот. Поэтому, кто не видел, обязательно смотреть. Бегом, бегом, ребят, быстрее смотрю. Вот, а мы думали-думали и решили все-таки поделиться этими ребятами. Они у нас уже очень давно сделаны. Уже огромная есть история у этих персонажей, в частности, у Дженнифер Симгрей. Ну, на самом деле, она Дженнифер Грей, да, здесь она Симгрей. Как-то пару лет назад, наверное. Да, 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 еще до старта канала. В какой-то зарубежной блогерши я ее... подсунула, знаете, для какого челленджа? Для челленджа «Большой брат», и это было на самом деле такое событие, которое, в общем-то, послужило заделом для канала. Да, сделать свой канал. Да, потому что, когда я увидела, как эта девочка играет в челлендж «Большой брат», я вообще ничего не поняла, я даже писала эту историю где-то, я пошла читать про этот челлендж, я пошла смотреть этот челлендж, само шоу, и пыталась понять, что же все-таки должно происходить в «Большом брате», то есть это смотивировало меня в итоге написать правила того самого брата, с которым мы начали свой канал. Правила, между прочим, можете скачать у нас, ссылочка будет в описании. А что мы ничего не рассказываем про сам? А кто не знает про фильм? Во-первых, мы же сказали, Патрик Суэйзи без майки, все. А вот Патрик Суэйзи, его покусывала в шейку нежной Розой Саакман. Так я знаю, и мы знаем Розу Саакман. Мы все это видели. Посмотрели, да, подсматривали. И ей понравилось, между прочим. Не, на самом деле, вот этот ролик, вот, который сейчас идет на экране, вот он делался немножечко так, хотел сделать его немножечко по мотивам фильма, там выбирались какие-то такие же костюмы похожие, какая-то постановка такая была похожая, хотелось такой сделать сюжет. Я не знала еще на тот момент, что есть такой кот, который убирает пломбоб над головой. Все писала с ним, с этим пломбобом. Ладно, давай посмотрим костюмы героев, как они выглядят, какие у них есть наряды. Шортики как в фильме, пижамы как в фильме. Я не все, к сожалению, костюмы вспомнила по памяти. Где-то я тут импровизировала. Причем персонажи делались, у меня еще были... Они все наборы. С CC-контентом, без? Нет, конечно, без. Они, по-моему, без. Я, поэтому, по-моему, долго подбирали одежду. Ну, просто тут еще персонажи создавались довольно давно. И образы создавались из минимума наборов. Это вот последние два для сезонов. Они были обновлены уже недавними вот какими-то паками. Она сказала Патрик. Патрик... похож, оно больше всего похоже Дженнифер, она прям как вот как живая. Как настоящая. Да, как настоящая. И самое-то главное, этих бесподобных красавцев вы можете просто-напросто скачать и поиграть у себя. Скачать у нас на Patreon, скачать по ссылочке в нашей замечательной группе ВКонтакте, которую сейчас вы можете видеть на экране у нас. Группу ведем вместе с девочками.
Кати Олдсимер, Гули Лакерта с каналов, которые тоже будут по ссылочкам в описании. Если вы еще не подписаны на девочек и не знаете, чем они там занимаются на своих каналах, очень рекомендую сходить и посмотреть. Подглядывать, чем они занимаются на своих каналах. Но если он хорошо и, с нами, конечно, вступайте в нашу группу, да. Потому что там просто мы стараемся. И стараемся добавлять полезный материал, чтобы он был удобен вам и нужен, какие-то моды, лукбуки, кастом-контент. И, собственно, я думаю, что на этом время уже прачки отца. Спасибо вам большое, что нас смотрите. Мы знаем, есть люди, которые нас смотрят и пишут теплые комментарии. Спасибо вам огромное, вам это очень спасибо. Сильно мотивирует. И всем пока-пока. Пока-пока. Что мы с тобой наговорили? Охуенно мы с тобой наговорили.